В общем, взял я то, что говорил, отпилил. Вот она теперь такая косая. Ну, это как бы, грубо говоря, выкручивание. Не обязательно делать так. Да и радиатор у вас, скорее всего, будет другой. Вот. Значит, планирую как? Положить сюда светодиод, закрепить его на винтиком, то бишь насверлить дырочки и резьбы нарезать. Потом просто будет насадка деваться. Выглядеть будет вот так вот, такой глазок с охлаждением. Ну, как бы, процесс пошел. Смотрим дальше. Значит, как я это делаю? Просверлил отверстие. Вот. Не знаю, надо ли вообще этот процесс показывать, сверление нарезки, сути-то он не меняет. Просто беру тупо шуруповертом на втором положении, засверливаю намеченное отверстие. Алюминий хорошо обрабатывается, легко сверлится. Но это как бы более сложный путь. Значит, нарезаем потом резьбу мечиком. Чуть-чуть сделал больше размер, потому что побоялся, сломаю мечик. Вот. Мечик, по-моему, троечка, если я не ошибаюсь, не нашел я на нем номер. Беру тупо шуруповертом, нарезаю, но не спеша. Вообще правильно там масло еще капать. Можно просто делать чуть-чуть вперед-назад. Самое надежное. Да, если бы не рассверлил, вообще бы не пошло. Вот. Одно нарезали. Прогоняем насквозь. Одна резьба есть. Таким же макаром второе, не спеша, чтобы не сломать мечик. Кстати, радиатор довольно из твердого материала, поэтому надо аккуратно. Это не совсем алюминий, уже какой-то поганый сплав. Ну вот, прошли, прогоняем насквозь. Вот у нас две резьбы для крепления светодиода. Вот как у нас будут ложиться. Опять же, это все уникально, у каждого свое. То есть, ну, как-то так. Значит, вот что на данный момент получилось. Важно не замкнуть контакты и смотреть, чтобы минуса были с одной стороны, плюса с другой. Но в любом случае через металл замкнуть-то нельзя, поэтому перед запуском обязательно прозвонить, нет ли замыкания. Иначе спалим просто наш преобразователь. Из-за винтов пришлось немного помудохаться. Пришлось повыпиливать такие вот рытвинки, потому что мешали менты. Теперь все становится хорошо. Вот. Линза, как я говорил, отдельно. Вот она закладывается. Такие вот линзочки. Ну что, снимаем учебный светодиод и ставим нормальный, более дорогой. Можно уже подпаиваться. Короче, процесс идет. Так, я тут уже кое-что наваял. Единственное, что обязательно, точнее, при возможности обязательно это сделать. Вот такой вот в плане термопасты, кстати, классная штука. Недорогая, спасает постоянно. КПТ-8. Обязательно попу светодиода пройтись.
Много тут не надо, чуть-чуть. Потому что светодиода, площадочка, она немножко изогнута. Соответственно, прилегать 100% она не будет. Ну, как говорится, делаем, делаем хорошо. На самом деле не смертельно, нету пасты, ничего страшного. Было без пасты и обойдется. В центре немножко наваляю, чтобы раздавило. Вот. На самом деле не конец света, но лучше сделать. Штука хорошая, проверенная. Ну все, короче, я нанес, собираю. Сейчас покажу, что в итоге получилось. Ну вот он как выглядит по итогу. Драйвер замотал, чтобы не коротнуть сейчас об корпус при испытаниях. Вот такой глазок. Мощный инфракрасный миниатюрный фонарь. Вот. Будем тестить. Ну что, таки время пришло хоть что-нибудь продемонстрировать. Хотел я, наверное, следующую серию запихать, демонстрацию небольшую. Смотрю, уже люди на взводе. Поэтому уже заработали бонус. Так что смотрим внимательно.